ребята, начинаем урок русского языка и литературы. А тему нашего урока вы узнаете, прослушав стихотворение. О чем-то скрипит половица, и спится опять не спится. Присев на кровати, подушки уже навострили ушки, и сразу меняются лица, меняются звуки и краски. Тихонько скрипит половица, по комнате ходят сказки. Сегодня на уроке мы с вами узнаем, что такое сказка и какие виды сказок существуют. Вы готовы? Тогда открываем дверь в сказочную страну. А что же такое сказка? А сказка – это выдуманная история, которая не происходила в жизни. Русские народные сказки делятся на три вида, которые вы должны будете определить. Посмотрите, на экране три домика, символизирующие три вида сказок. Посмотрите, какие домики. В каждом из них живут сказочные герои. Обратите внимание на героев сказки. Ваша задача – их расселить по домикам. Лисичка-сестричка пошла жить в теремок. Мышка-нарушка тоже отправилась к ней. Баба-яга в замок. Иван-царевич присоединился к ней. Бабушка пошла жить в избушку. И солдат отправился к ней. Вот мы с вами и расселили сказочных героев. А сказки, ребята, бывают о животных. Волшебные и бытовые. Давайте их разберем. Сказки о животных. Героями являются животные. Животные способны говорить, думать, разумно действовать. Каждое животное имеет свой характер, свои отличительные черты. Лиса в сказках всегда хитрая. Волк – жадный. Заяц – трусливый. Петух – храбрый. А медведь – глупый. Посмотрите на иллюстрациях к сказкам о животных. Вы с ними знакомы с самого раннего детства. Волк и семеро козлят, теремок, кот, петух и лиса, заюшкина избушка, волк и лиса. А сейчас разберем волшебные сказки. Волшебные сказки, что там такого особенного? Там есть чудесные превращения, необычные герои, сказочные помощники, волшебные предметы, трекратные повторы. А герои волшебных сказок делятся на положительных и на отрицательных. Положительные – Василиса Премудрая, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, царевна-лягушка, а отрицательные – Кощей Бессмертный, Баба-Яга, Змей Горыныч, Водяной, Леший. Ни одна волшебная сказка не обходится без волшебных предметов. Ковер-самолет, волшебное зеркальце, клубочек, ступа, золотое яблоко. Посмотрите на волшебные сказки. Иван-царевич и серый волк, гуси-лебеди, царевна-лягушка, крошечка-хаврошечка, морозка. А сейчас мы с вами разберем бытовые сказки. В их основе лежат события каждодневной жизни. Здесь нет чудес и фантастических образов. Действуют реальные герои. Муж, жена, солдат, купец, поп, барин. Здесь противопоставлены слабый и сильный. Богатый и бедный. Герои побеждают благодаря находчивости, уму и смекалке. Перед вами примеры бытовых сказок. В этих сказках бескорыстие берет верх над жадностью, смекалка и ум над глупостью. Сказка с уважением относится к хорошим и умелым работникам, а вы свеевы, лодыри. Посмотрите, каша из топора, бычок смоляной бачок, курочка-ряба, вершки-корешки. Мы с вами узнали, что существует несколько видов сказок. Какую сказку мы называем волшебной? Там, где волшебный сюжет и необычные фантастические события. Герои сказок – волшебные персонажи. Чему учит нас сказка?
А сказка учит различать добро и зло. Особенности сказки – волшебные герои, события и предметы. А что особенного в сказках о животных? В сюжете животные в сказке ведут себя как люди, совершают хорошие и плохие поступки. Герои – различные животные. Чему учит сказка? На примере поступков животных объясняется, что такое хорошо, а что такое плохо. Особенности. В качестве героев выступают животные, которые ведут себя как люди. А что мы узнали о бытовых сказках? Сюжет – это истории из обычной жизни. Герои – обычные люди, старик, старуха, солдат, царь. Чему учит бытовая сказка? Она учит нас выходить из трудных ситуаций. Особенности – высмеивая человеческие недостатки. Вот и подошел к концу наш урок. А закончить я его хочу пословицей. Сказка – ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Сказка учит справедливости, помогает лучше узнавать себя и других, учит состраданию, милосердию. Любите сказки, читайте. Всего хорошего, ребята. До новых встреч!